кто из вас получил. Вчера или в первое вот наше служение в июле. Я вот знаю, что здесь Алла, и она бы хотела засвидетельствовать о своем чуде исцеления. Послушаем ее. Аминь. Дорогие братья и сестры, действительно, летом, когда приезжали вот эта команда, комната исцеления, я сначала просто подошла и думала, ну, действительно, исцеление нужно каждому христианину, каждому человеку. И я такое больное состояние была, у меня и грипповало, и хондросило, и все, моя нерва расшатана была, у меня такая семейная ситуация стала, там, либо жить, или умереть, или как быть, что как. И в это время у меня дети не в послушаниях, они и курили, и пили, и все, ну, такое состояние было. И мне только оставалось верить Богу. Серь как-то, наверное, знает, что у меня была пуля при мне, до сих пор она у меня. И у меня рука стала короче. Люди молятся, подравнивают мои руки, а потом становится она все равно короче. Потом я говорю, это все вранье, это временное исцеление, мне исцеление не приходит. А потом я поняла, когда получила вот эти документы и изучать начала, и сравнивать вот это справочник, методики справочник исцеления, себе практиковать сначала. Потом у них, через эту команду, я получила полное исцеление и познала вот эту истину, истину, которую надо сохранить. И вот 16 препятствий, как надо сохранить их. И я исцелена сегодня, слава Богу. И рука у меня выровнялась. Выровнялась наконец-то. Это 5-10 раз служители приезжали, исцелители приезжали, уравнивают, но все равно оно становится потом короче. А сегодня я вам сосвидетельствую, что я действительно здорова. У меня ни кашель, ни гриппа, ни хондроза, ничего нету. Никакой болезни ко мне не приближается. Почему? Потому что я верю в силу Иисуса Христа. А еще, может быть, кто-то хочет засвидетельствовать о вчерашнем действии Божьем. Здравствуйте, дорогая церковь. Вот вчера было исцеление. Я 13 лет уже страдаю болезнью, ну, спины. Не могу вот так наклоняться. У меня постоянно вот поясничная, и у меня поясничный хондроз, и шейный хондроз. И вот я вчера до дома дошли, у меня прямо легко стало, и болезни нету. Слава Богу, что меня исцелил Господь. Аллилуйя. Слава Богу.